Привет, народ! Соскучились? Сегодня усложняемся. Сегодня я вам покажу одно из своих любимых упражнений. Дыхание на счет с задержками. Мне в помощь будет здесь такой вот секундомер, а вам я пощелкаю по секунду. Да? Смысл в удлинении цикла дыхания. Я вообще убеждена, что чем реже дышишь, тем дольше живешь. Подумайте об этом. Ресурс дыхательный, да? Значит так, мы начинаем с 8, хорошее число. 8 счета вдох, 8 задержка, 8 выдох, 8 задержка после выдоха. Потом опять, останемся на 8, да? 8 вдох, потому что будет тяжело контролировать вдох после длинных выдохов. Потом поймете сами. 8 вдох, задержка 10, 10, 10. Потом 8 вдох, 12, 12, 12. И мы тогда идем там до 20. Сейчас мы сделаем для проверки 8, 10, 10, 10. И потом 8, 20, 20, 20. И вы посмотрите по своему состоянию, легко ли это или как. Или где вы сейчас находитесь. Поехали. Значит, садимся ровненько. Выдыхаем весь воздух. Поехали, вдох. Восемь задержка. Восемь выдох. Восемь задержка. Восемь вдох. Двенадцать задержка. Двенадцать выдох. Двенадцать задержка. Восемь вдох. Двадцать задержка. Двадцать выдох. Хороших вам самостоятельных занятий. Пишите об успехах. Пока!